Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев. И на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами наблюдаем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного проекта. А если удобно отслеживать информацию в соцсетях, подпишитесь на мои группы «Заработок в интернете без вложений». Это можно сделать на главной страничке моего канала в правом верхнем углу, а также в описании любого видеоролика. ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter. Ну а перед тем, как начать, просто не могу не напомнить вам о том, что сейчас существует проект, в котором можно заработать без вложения от $100, не побоюсь этого слова, до миллиона, ну до 100 тысяч. Это бесплатные токены от биржи BitStack. Она раздает их сейчас и до 31 марта. Я получаю их уже 3 дня. У меня на счету уже 9300 токенов от этой биржи. Ну и как получить эти токены? Как зарегистрироваться на бирже? И какие у нее перспективы, вы можете увидеть в видеообзоре, который расположен на главной страничке моего сайта «Заработок в интернете без вложений». $7500 без вложения. BitStack, Bittrex. А также ссылочка на этот проект будет в описании под моим видео. 7500 от биржи BitStack. Сегодня мы с вами пройдем регистрацию в проекте CoinMaker. Это очень перспективный проект, где можно зарабатывать эфириум каждые 10 минут. Просто нажимать на кнопочку, кликать и смотреть рекламу. А также будет шанс выиграть 10 монет. Но свое внимание я обратил именно на то, что пообещали разработчики сделать в течение 1-2 недель. И вот это уже очень хорошая перспектива. Но обо всем по порядку. Все расскажу вам в процессе регистрации. Проходим по ссылочке под видео в описании, где написана регистрация, и попадаем вот на эту страничку. Здесь нажимаем «Регистрация с подарком». Прописываем имя, email-адрес, желательно, чтобы это был Gmail, пароль, повторяем пароль, проходим капчу, можно нажать «Запомнить меня» и «Создать аккаунт», кнопочку нажимаем. Итак, первое, что мы должны сделать. Давайте нажмем на эту зеленую кнопочку и получим наше вознаграждение за просмотр рекламы. Посмотрели на страничку, можно сразу ее закрыть и перейти обратно. Здесь нас поздравляют, успешно посмотрели рекламу, средства зачисляются на баланс. И через 10 минут, как мы видим, можно будет нажать эту кнопочку, она опять будет зеленой, и повторить наши действия. Сразу обращаем внимание на то, что эта сумма, которая сейчас нам зачислилась, это минимум. Не из-за этого я работаю на этом сайте. Все увидите дальше. Не спешите уходить отсюда. Выполняем следующую задачу. Здесь нам нужно вступить вот в эту группу Telegram. Нажимаем на ссылочку, разрешаем и нажимаем подписаться. И возвращаемся обратно. Далее мы должны ввести свой никнейм в Телеграме с собачкой. И нажимаем синюю кнопочку «Проверить выполнение задачи». Задание отправлено на проверку, и вы можете это увидеть. Вот здесь вот зеленая надпись появляется, то что в течение 15 минут наше задание будет проверено. А теперь, собственно, о том, почему я выбрал именно этот проект. Давайте перейдем еще раз в Telegram. Кто не сможет войти в Telegram, скорее всего, кто-то из России, обязательно установите VPN, чтобы не было никаких проблем. Вы сможете под любым видео в описании увидеть, как это сделать. Будет добавлен раздел, где оплата за выполнение заданий будет достигать $20. Также будет повышение доходности кликов в 2-3 раза. Планируемые задания – это не что иное, как airdrop, и мы будем получать двойную прибыль. Кстати, выплаты здесь в течение 1 минуты. Пока это только в криптовалюте. Можно на кошелечек MyEtherWallet, у кого нету, в описании под видео найдете инструкцию. А также будут добавлены новые способы выплат – WebMoney, Яндекс.Деньги, Kiwi. Ну а теперь вернемся обратно к нашему личному кабинету. Ну давайте, пока идет проверка, быстренько пробежимся по вкладочкам. Нажмем «История». А вот мы уже видим, что наша задача в Telegram успешно выполнена. И нам начислено 0,00074 эфириума. Ну а здесь повыше мы видим эквивалент в рублях и в долларах. Реферальная программа здесь неплохая. Давайте нажмем «Рефералы». С первого уровня рефералов вы будете получать 10%, со второго 5%, а с третьего 1%. И здесь же будет ваша реферальная ссылочка. В принципе, неплохо. А также будут отображены все пользователи, которых вы пригласили в проект. Здесь есть также ответы и вопросы. Поддержка. В любое время вы можете выбрать тему и обратиться к организатору. Ну, я специально немного подождал, и давайте нажмем на «Зарабатывать». И вот видим, что кнопочка загорелась зеленым.
посмотрели рекламу, вернулись, и опять отчет пошел. Ну и давайте зайдем в раздел «Финансы». И здесь мы видим наш баланс. В эфирах, в рублях, долларах и даже в евро и фунте. Я уже говорил, что вывод здесь очень быстрый, за буквально 2-3 минуты. Сюда нужно вставить будет свой эфириум кошелек ERS-20. Ну и сюда, соответственно, сумму. И комиссия, в принципе, небольшая. И нажать на синюю кнопочку «Сделать вывод». Это уже проверено, мой знакомый это делал. Ну, еще раз напоминаю то, что сейчас возможен вывод только на эфириум кошелек, ну а в перспективе будут доступны другие методы вывода. Ну, а на этом все. Если информация была вам полезна, обязательно поставьте лайк. Ну, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. Пока-пока.